يوم الناس إلا من رحم الله يا شيخ، يعني فقط عندما يستيقظ صباح هو يفكر إيش يفطر، وهو يفطر يفكر في ماذا يتغدى، وهو يتغدى يفكر في بماذا سيأكل في العشاء، وفي العشاء يفكر ماذا يكون إفطار. نعم. Сегодня некоторые люди, кроме кого упомянул Аллах Субхану ва Тааля, что они, когда просыпаются, только о том и думают, чтобы поесть на завтрак. Когда едят что-то на завтрак, только и думают, чтобы поесть сегодня на обед. Когда едят на обед, думают только, что уже поесть сегодня на ужин. И после ужина и думают, что же я буду завтра есть на завтрак. وبين الإفطار والغداء يفكر يشرب شاي يشرب قهوة يأكل مثلا مكسرات، بعض الناس هدانا الله إياه يشرب دخان هكذا يعني. между завтраком и обедом что они думают, то попить чай, пойти что ли где-то кофе попить, что-то перекусить, что-то небольшое, какие-то там орешки или курить, допустим. Так вот. طيب ماذا تصنع عندما تكون في رمضان وأنت صائم؟ Хорошо, а что ты делаешь, когда месяц Рамадан и ты соблюдаешь пост? ها ماذا نصنع في الغالب؟ Что мы делаем обычно? تذهب للمسجد. Больше всего мы идем в мечеть. تقرأ قرآن. Читаем قرآن. تصلي. Совершаем молитву. تسمع درس. Слушаешь урок. إذا لماذا لا تصنع هذا في كل السنة؟ Почему ты не делаешь это все в течение всего года? الله سبحانه وتعالى يقول فإذا فرغت فانصب، يعني مجرد تجد فراغ يا أخي اشتغل بالعبادة، انصب في العبادة، ادخل في العبادة. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, если ты освободился от чего-то, то давай стремись к совершению. То есть что? Если ты освободился, у тебя есть свободное время, перейди к другому поклонению.